Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 5 Porsche Unleashed. В прошлой серии мы с вами, значит, добили турниры все. И, собственно, нам осталось не так много, всего 4 гонки. 3 гонки вот... в гоночной конфигурации, скажем так, по гоночным трассам, и один вот weekend race. Ну и давайте сразу же приступим. А, да, еще вот сумма денег, видите, там 800 тысяч, это я между сериями решил наколотить баблище, чтобы больше на это дело не отвлекаться. Вот, и в общем, надеюсь, что этого хватит. Потому что нам предстоит в этой серии купить 3 машины, причем самых дорогих в этой игре. Вот. Но это будет чуть-чуть позже. В общем, вот у нас остался здесь непройденный один только чемпионат, одна трасса. Ой, это Япония. Черт ее возьми, на 911 нашем Поршике. Посмотрим. Соперники, конечно... там ого-го какие. Так, Поршик наш, естественно, кем-то разбитый, непонятно почему он все время оказывается в гараже, разбитый в хлам. Надо будет с механиками поговорить, что за дела, почему они булки парят вместо того, чтобы работать. Так, Метрополис, блин, это Япония. Трасса памятная, памятная трасса. Черт ее возьми. Красивая, но сложная. Узкая и со столбами. Столбы это просто, я не знаю. Это... в общем, зло. Так. Ну, трасса... а, ну, типа... типа-типа. Так. Максимальная сосредоточенность. Максимальнейшая просто. Ну что... тут малейшая, блин, ошибка и все. Ты или в столб улетел. Ой, или куда-нибудь в кафешку какую-нибудь. Вау, вот сейчас было близко. Так, нафиг все эти столбики. Так, и тебя тоже нафиг. О, да, я, конечно, дифирамбы пел в адрес этого Порша, но... соперники здесь тоже очень мощные. И надо быть предельно аккуратным и сосредоточенным. И не обращать на вот эти сакуры внимания. Вот, уже жужжат. Они, кстати, да, они проезжают первую часть трассы достаточно медленно. А вот на второй части уже я чуть-чуть сливаюсь, и они меня прям догоняют. Либо отрываются. Ох, какой там подброс! Вау! Столбы, столбы. У меня фобия, короче, столбовая будет. После прохождения этой игры именно. Надо будет к психиатру обращаться. Чтобы излечил меня от фобии столбовой. А то по улице буду ходить. И верещать при виде столбов, шарахаться там от них. Так. Ух. Напряженка какая, прям. Прям Япония, даже если все идет, блин, гладко, никогда нельзя расслабляться. Потому что это, блин, Япония, мать ее, и тут всякое может случиться. Тут у них левостороннее движение, о чем вообще можно говорить.
Так, вторая часть трассы наиболее опасна. Даже так, скажем, не наиболее опасна, но вот тут они почему-то едут. Прям едут. Фух. Ач! Ух, чуть туда. И там главное... Вот, вот о чем я и говорил. Вот куда я запопал. О, это вообще палево. То есть все преимущество просто слито в одной единственной ошибке. Так, спокуха. Спокуха. Аккуратненько едем, ничего не произошло. Едем в Японии. Скорее всего. Где-нибудь в Токио. Потому что разрабы тупо больше не знают никаких названий. Япония, значит, Токио. Все, больше ничего не существует. Я уже тут прям нарочито накатом еду. Не дай бог. Так. Осталось полтрассы, ребята. И все. Ух. Все, последний поворот. Затаили дыхание. Да, да, черт возьми. Я очень переживал за эту трассу. Прям, ну, Япония, ну вы сами помните, елки-палки, что тут говорить вообще, о чем можно. Все, я опустошен. Блин, так, соберись. Фух, серия только началась, а ты уже опустошен. Блин, ну это круто все равно. Ладно. Проехали, золото взяли. Хорошо. Осталось проехать три гонки. Ну, в общем, если все будет нормально, там сейчас в гоночных трассах этих не затуплю конкретно где-нибудь, то, в принципе, это у нас будет последняя серия вообще в прохождении NFS 5. В принципе, я на это так и рассчитывал, но опасался вот за эту трассу, что, блин, на Японии я мог прям сесть и сесть надолго. Так, давайте прям засейваемся, прям сразу засейваемся, все как страшный сон, кошмар, забыть это все дело. Так, все, однозначно, пройдено. Фух. Так, ну теперь нам, собственно... Что нам надо? Вот, смотрите. Это пройдено. Вот, GT3 Cup. GT2, GT1. То есть, вот три машины. Это ужасно дорогие тачки. Гоночные. Ну и начинаем с Porsche GT3. Сейчас прикупим топовых тачек. Плохо, что вот на Porsche GT1 нам нельзя прогнать здесь. А то машина-то есть, как бы. А вот воспользоваться ей нельзя. Смысл тогда вообще вот давать их было? Я таких подарков не понимаю. Типа в аркадке покатайтесь. В аркадке он, наверное, и так там есть. Ну, то есть там-то машин не надо покупать. Не ясно, в общем, смысл всего этого. Так же, как 917 нам тоже был дан. Так, ну ладно. Вот, 300 тысяч. Change color нет. Только в одном дизайне доступен. Покупаем. Так. Ну и все. Сейчас поедем. Ну вот, купили за 300, отобьем почти все деньги, если выиграем. 275 тысяч. Чинить нам его не надо, потому что больше он нам нигде не пригодится. На следующий заезд нам нужна будет другая уже машина. Так, repair нет, не надо. Qualifying. Так, ну давайте квалификацию проеду. Посмотрим, что за трасса.
Circuit C. Ну, Circuit C, окей. Давай посмотрим. А это не там ли, где мы гонялись с этой блондой кухаркой? Как мы определили, что, в общем, она кухарка, оказывается, на самом деле. Ой, чё вы, типа, по питлейну у вас тут ограничения, да, скорости? Ох ты, наглец какой. Так, чё тут у нас? Так, ага, эсочка. Смотри, какой он, а, наглый. Чувачело. Шел вон. Опа. Знакомая трасса. По-моему, на 917 мы здесь гоняли. На этой конфигурации. Сейчас, если будет левый затяжной профилированный, то... Да, вот он. И после него финиш, да, по-моему? А, нет, еще правый. А, вот, да, или с этой. Да, по-моему, здесь мы и гонялись как раз с этой. С нашей кухаркой. Точно, точно, точно. Все, вот сейчас я вспомнил эту конфигурацию. В принципе, трасса несложная, кстати говоря. Ну, главное ее запомнить, конечно. Хорошо, что тут конусов сейчас нету. Ай, ай, ай. Так. Подотстали ребятки-то. Чё, пол мне выдадите? Не видно время остальных там. Давай, хорошо, что здесь не надо резко направо заворачивать на питлейн. О, qualify first. Отлично. Я так насчет пола, полушутка была. Так, ну чё, поехали. Хорошо, что мы так с легкостью pole position взяли. Не, ну тут как бы да, вот три получается заезда гоночных. И первый из них, в общем-то, ну, чё греха таить, легкий достаточно. Ну, трасса такая. Я думаю, мы ее сможем осилить даже с первого раза. Потому что... Чё вот там дальше за конфигурации будут? Мне вот даже интересно. Воу. Дрифт. Вообще просто отстают. Ну, ребята, чё это вы? Сливаются. Здесь все время затормозить хочется. Но нет. Не надо. Так, ну что, будем тогда на рекорд просто ехать. Чиркнул носом. Блин, ребята, тут такое дело, что вопросы появились достаточно такие, ну, по Корее, в общем, там несколько человек не писало, что-нибудь расскажи там. Но я все-таки планирую, что если у меня время все-таки появится, я бложик какой-нибудь запилю, и вот там тогда уже расскажу обо всем там, о машинах, что в Корее, какие машины. Такие женщины. Ну, собственно говоря, вот. Типа смежные области, да. Машины и женщины. Вот. Ну и там, в общем, поговорим об этом. Но в прохождении мне не очень бы хотелось, как бы, на эту тему разговаривать. Все-таки, ну, такая достаточно отвлеченная тема. Все-таки в прохождении лучше говорить о чем-то таком, ну, близком.
к игре, о самой игре, или если даже не об игре, но о гонках там. Вот. Машины и женщины — это смежная тема и с нашей темой вот этой, вот. Но все равно я попытаюсь выкроить время и запилить бложек, в общем. Блог номер какой там он будет? Давно я блогов не делал. Со времен рейса моего, не знаю, сколько я успел за него, 5, по-моему, сделать. Вот. Так что, потерпите. Надеюсь, недолго терпеть. Так. Ну вот, в принципе, да, мы вообще с первого раза проехали эту трассу, то есть она... Она не то, что не сложная, она просто сравнительно недавно у нас была в тестах пилота заводского, поэтому как бы память еще свежа. Вот, сейчас покупаем, значит, вторую машину класса GT2. Сврига у него мощный, сзади спойлер просто, как, я не знаю, тумбочка какая-то прям такая под телевизор. Так, берем. Change color тоже нельзя сделать. А, жаль. Так. Да, я ж себе телевизор 4К купил под Соньку 4. Вот, ну и... Сейчас на прошке в 4К луплюсь все-таки. Блин, это... Ну, не знаю, 4К не 4К, по-моему, просто экран-то здоровый, понятно, что Full HD вообще пикселило на нем. Но просто на таком большом экране, 55 дюймов, ну, яркий экран такой, телек-то современный. Вот, смотрится, конечно, круто. Тоже, например, Gran Turismo. Наконец-то я интернет настроил у себя в квартире, Wi-Fi именно. Вот. И смог подцепить Соньку к Wi-Fi, да, к интернету. И Gran Turismo заработал в полную силу. Потому что, ну, как я говорил, без интернета там, по сути, вообще делать нечего. Аркадку только катать. Вот. Получил-таки я допуск буквально на днях, позавчера. Получил допуск к онлайн-заездам. Ну там, я думаю, вы знаете, ну, все равно скажу еще раз. Перед тем, как в онлайн-заезды идти, там предлагается просмотреть такой курс. Теоретически, как бы. Ну, там 2 видеоролика. Вот. Сдавать ничего не надо, просто просмотреть видеокурс. По этикету вождения на гоночной трассе. Ну, то есть там объясняется, что... Нельзя на трассе вилять, нельзя подрезать. Если тебя развернуло, то сначала убедись в том, что при возвращении на трассу ты никому не помешаешь. Ну, в общем, если честно, это один в один. Вот нам на гонках точно такой же курс читали. Ну вот, на прим-ринге перед гонкой. Когда вот именно не просто кататься, как это... Ну, любитель, что ли, а вот именно когда в гонках участвуешь, там тоже маршал главный становится, всех собирает, ну и объясняет, что вот, действительно там убедитесь, что оставили место там при обгоне достаточно, если с внешней стороны, то не надо выталкивать, если вы сами на внешней, то подрезать не стоит, иначе все это будет... фиксироваться и за все, ну, в общем, будут свои какие-то санкции за все проступки. Ну и здесь вот то же самое, все это было, ай-яй-яй, все это на фоне видеоролика, ну, говорится, то есть каждая ситуация там именно показана в видео,
так достаточно прикольно. И по прослушивании и просматривании как бы этих видеороликов дается сертификат такой. Там дата указана, когда получил, твое имя, имя, ну, сетевой идентификатор. В моем случае Scooter 1984. Ну и сказано, что все сертифицирован для онлайн заездов. Ну и покатался буквально в один онлайн заезд, зашел. Заходить в официальные гонки не стал, зашел просто, ну как, просто в онлайн заезд, вот как было в шестой части. И там зашел в комнату, там было три человека. Вот, один наш и один немец. Ну и я так смотрю, хотя я зашел в ту комнату и на ту трассу, на которой я вообще ни разу не ездил. То есть я ее абсолютно не знаю. Вот, и там так получилось, что я сразу стал, ну, типа, владельцем комнаты. Потому что я зашел, получается, в комнату, а тот, кто ее создал, тут же вышел. И у меня надпись, что я стал, ну, типа, сервером там. Вот, ну и покатались мы, я 9 кругов перед гонкой проехал, просто так попрактиковался, трассу выучил. Dragon Trail, классная трасса, кстати. Вот, ну и все, включил гонку. Ну, парни, что-то, видать, не хватило им этого времени, чтобы трассу выучить. Они, в общем, ехали достаточно плохо. Ну и первый же свой заезд я выиграл, как бы. Вот, такие дела. Сейчас продолжим. Просто я смотрю, что следующий Porsche класса GT1, он стоит 750 тысяч. У нас не хватает чуть-чуть денег, придется еще раз проехать гонку. Так, где он? Ну, он самый последний. Он самый последний, самый мощный. Кошмар, у него все показатели на максимум, кроме, естественно, поворачиваемости. Куда же, конечно. 750 тысяч, да. Ну, в общем, достаточно нам где-то проехать в одном из GT этих кубков еще раз, и все будет тип-топ. Давайте сейчас тогда перезаезд сделаем. Ну, топчик, конечно. Давайте GT2. 300 кусков. Так, а чё? А, ну, чуть-чуть покоцанный, да? Не знаю, стоит его лечить. Ну, давайте полечим, ладно. Опять же, без корпуса. Тут уже вообще кошмар, тут карбон, все дела. Карбон чинить — это совсем неблагодарное занятие. Вот, и что? А, ну, продолжу рассказ про именно онлайн, про то, как он устроен. Ну, как бы, всего я не знаю, я вот планирую, я, наверное, сегодня еще покатаю, попытаюсь онлайн. То есть там есть два раздела онлайновых. Просто по фану ездить. То есть с друзьями. Да, ты тоже можешь там правила. Ну, если сам комнату создаешь, то прописывать правила, будут ли там штрафы, наказываться. Либо это просто веселый заезд, что все разрешено там. Все помощники. Ну и, соответственно, правил никаких особо не будет. Вот. И есть онлайн именно уже такой профессиональный. Вот про что именно разрабы и говорили, и что подавалось как основная фишка. То есть сейчас идет первый тестовый сезон. Он так и называется. Season 1. Тестинг. И гонка сейчас, по-моему, третья должна быть. Вот 21 ноября, то бишь сегодня. Ну, значит, я уже... это, ну, не успел, опоздал. Ну, не суть, она там, по-моему, раз в неделю проводится. Вот, то есть со времени появления Gran Turismo, вот как оно вышло, это третий официальный заезд. Вот, сегодня состоится. По-моему, сегодня, 21 ноября, или 23. Ну, в общем, ладно, не суть. И там уже, да, там надо сначала, я как понял, отбор пройти. То есть идет... ну, типа, такой тестовые заезды. Там
смотрят, кто ты какой, как ты едешь. Я так понимаю, что эти заезды уже просматриваются какими-то судьями. Вот. И по итогу этих заездов отбираются лучшие, ну, саму гонку уже. Как-то так. Ну, насколько я понял. И сейчас вот у меня, после того, как я прошел этот курс, у меня появился рейтинг. Он состоит из двух пунктов. РБ – это рейтинг безопасности. И РГ – это рейтинг... как там? Рейтинг гонщика, что ли? Гоночный рейтинг. Вот. Ну, рейтинг безопасности – это как раз вот за все вот эти подрезания, вылеты. То есть, если ты на трассе подрезаешь народ, то он у тебя будет падать. То есть изначально даются самые низкие рейтинги, он по буквам латинского алфавита, по-моему, от Е до С. Ну, то есть там. И потом что там дальше? А, не, не и G, по-моему, низший, то есть там G, потом выше идет у нас в обратном порядке, что там и F, и C, D, B, A, да? Ну и самый верхний это S. Вот. Сейчас у меня рейтинг немножко поднялся, у меня уже не последние цифры. Рейтинг безопасности у меня вообще, по-моему, B уже стоит. А RG рейтинг гонщика... Ну, так как я в гонках, что, одну всего гонку проехал, он у меня там на одну буквочку всего поднялся. То есть предпоследний, скажем так. Вот. Ну, я попытаюсь, говорю, прорваться на вот эти вот соревнования официальные, покатать. Для этого надо трассу узнать, там есть режим тоже изучения трасс. Ну, по сути, это как суперлицензия в предыдущих играх Гран-туризма, то есть нужно проехать трассу, не вылетев, не ударившись, с максимально возможным результатом. Блин, мне что нравится, в GT Sport трасса появилась. Интерлагос. Ну, это те, кто знают. Сан-Пауло, автодром бразильский. То есть он есть в календаре чемпионата мира Формулы 1. Ну, то есть последняя гонка вот, собственно, была там именно. Обалденный автодром, он мне как раз очень нравится. Я прям последнее, что я сдал, это вот на нем проехался на золото. Там сначала идет по секторам, заходишь в трассу, то есть трасса разделена, ну, в зависимости от ее длины, там от 3 секторов до 5-6, там Нордшляфе она вообще, по-моему, там секторов на 10, наверное, разделена. Вот, ну и сначала проезжаешь эти сектора, ну, стараешься на золото проехать. Ну, можно и на любую, как бы, можно на бронзу, на серебро, как и всегда и везде. Но я стараюсь на золото, конечно, проехать. Вот. И потом полный круг тоже. Вот, тоже езжу, естественно, на джойстике. Стараюсь ездить без трекшн контроля. Ну и это достаточно такое. Ну, сложное занятие. Так, ну а тем временем вот мы все-таки купили Porsche GT1. Последняя трасса, и я просто так смотрю, что вот эта конфигурация тоже C была, я так краем глаза заметил. То есть последние три чемпионата, они по сути на одной и той же трассе, и как-то это, на мой взгляд, не очень. То есть машины меняются, да, едешь ты все равно по этой же трассе. Понятно, что там, раз машина мощнее, там чуть-чуть что-то меняется, ну, я не знаю, точки торможения, может быть. Не везде и тормозить-то надо. Вот. Ну и как-то скудненько, в общем. А ведь у них есть и другие конфигурации, ну вот этих гоночных автодромов. Почему сделано так, непонятно. Что поленились они или... В общем, зря они так.
так щелкает. Могли бы как-то постараться и уж последние заезды сделать. Ну, то есть, вы сами видели, никаких сложностей не возникло. Если ты эту трассу знаешь, что, ну, не знаю, ну уж там со второго раза приедешь на ней. Просто если, ну, затупить там серьезно. Если здесь не ехать так, как еду я, ну, то есть там постоянно что-то наговаривая, комментируя, полностью сосредоточиться только на гонке, то проблем вообще не будет никаких. Тем более, что вот эта конфигурация, я говорю, на ней достаточно долго в заводском пилоте гоняешься. И там реально было, по-моему, даже сложнее. Ну, то есть там ты со временем как бы бился. Даже не с соперниками. Соперники тут что-то вообще никакие. Так уж, если по чесноку. Вот, поэтому... Ну, простая задача. И все, ребят, это последняя гонка. Ну, если я сейчас вот в последних двух поворотках тут не вылечу. Все, ребята, наслаждайтесь последними метрами NFS 5 Porsche Unleashed. Мы выходим на стартовую прямую и все, пересекаем финишную черту. Победа! Победа в самом высшем классе, который, ну, здесь присутствует, понятное дело. Ну что же, вот, собственно, и все. Как я сказал, последний заезд. Последний Porsche GT1, который у нас теперь в двух экземплярах, получается, есть. Так, ну, получилось. Если честно, я думал, у меня больше сложностей будет вот именно с этими гонками последними на трассах. Ну, как-то я не ожидал, что здесь все гонки, последние три, будут проходить на одной и той же трассе. Просто, получается, в разных классах автомобилей. Хотя даже в реальности мы знаем, что есть такое, что разные классы машин ездят по разной конфигурации даже одной и той же трассы. Хотя, если брать Лиман, то там нет. Там, конечно, едут все. Может, это типа аналог Лимана там сделан. Ну, не знаю, это уже так. Пытаюсь немножко даже разработчиков оправдать, почему они решили сделать именно, ну, вот таким макаром по одной и той же трассе все три класса. Ладно, что же, ребятушки, дорогие вы мои интернет-зрители, давайте немножко итоги подведем. Да, долгое было прохождение, ну, можно сказать, так что вы-то знаете, то есть с чем это все связано, что я такой, как перекати-поле, дома мне не сидится, постоянно куда-то в разъездах, вот, ну и приношу извинения, что так долго, но по-другому никак, сами понимаете, лучше даже дольше, но проходить, чем не проходить совсем, то есть забросить там, я не знаю, канал, кинуть все, просто махнуть рукой и там, типа, да пошло оно все. Вот, поэтому добили NFS 5 мы все-таки. Ну, что я скажу про NFS 5? Опять же, сейчас то, что я буду говорить, все слова, это касается именно версии для PS1. Если я что-то скажу, ну, не очень хорошее об игре, не надо на меня обижаться. Вот, во-первых, у меня, я уже говорил, ностальгических чувств у меня к ней нету, вот именно к этой версии, потому что в детстве я в нее не играл, это мое, ну, первое было прохождение, first run, да, как сейчас принято говорить, поэтому все, что я буду говорить, это вот, ну, как бы, с призмы вот этого взгляда уже современного, да, то есть без ностальгических чувств. Понимаю, что ностальгия, она там еще пару баллов может накинуть сверху. Вот. Ну, ладно, начнем. То есть, что касается графической составляющей игры, да? Спорная, очень спорная графика здесь. Картинка, ну, как мне кажется,
она даже некий такой даунгрейд произошел со времен четвертой части. Мы с вами прошли четвертую часть Need for Speed High Stakes тоже на первой Соньке. И вы сами все видели, там картинка более насыщенная, более ну, детализированная, да, трассы более прорисованы, сколько там деталей. Здесь трассы стали намного более бедные. Такое впечатление, что у разработчиков то ли времени не было, потому что, ну, как бы, машин на трассе стало меньше. В угоду чего этим всем было пожертвовано, непонятно. То есть, по сути, все, вот по мне, все аспекты игры стали хуже. Здесь мы переходим к физике, да, то есть можно было бы сказать, что они, да, графикой пожертвовали ради того, чтобы сделать классную физику, но ведь это тоже не так. Ведь физика здесь тоже, она не стала лучше, она не стала реалистичней, как вот многие там говорят, что это прям чуть ли не калька с Gran Turismo. Да, если брать версию более старшую с компа, да, там не спорю, там физика гораздо круче, естественно. Здесь же нет. Здесь физика очень странная. Очень странная физика. К ней надо долго привыкать, особенно после NFS 4. Вот. И она ни разу не реалистичнее. То есть машины также управляются, в принципе, как обмылки. Веса машин практически не чувствуешь. Хотя, чем они становятся мощнее, в принципе, появляется эффект, но вот есть некоторые модели, которые вообще непонятно как сделаны, то есть их не чувствуешь в принципе. Вот. То есть нет отличий между там заднеприводными, полноприводными машинами, то есть разворотов практически не было. Развороты были только в том случае, если я там впоролся, да, куда-то очень сильно, или въехал опять же в столб. Вот, то есть аркада, причем такая достаточно слабая аркадная физика. Вот, поэтому чуть-чуть в конце я мнение изменил о графической составляющей. Вот действительно, вот последние трассы — это Япония, она действительно красиво сделана. Вот если бы в таком ключе были сделаны все трассы, то оценка моя была бы выше, и игра была бы гораздо приятнее. Просто даже с визуальной точки зрения. Но трассы пустые, посмотреть не на что. Да, понятно, это гонки, и некогда вообще смотреть особо, но все равно вы сами понимаете, что ехать на закате и любоваться каким-то обалденным красивым пейзажем — это круче, чем ехать по какой-то серой непонятной текстуре, которая якобы изображает, ну не знаю, пустыню там или пригород чего-то. Вот. Поэтому моя оценка Need for Speed Porsche Unleashed, NFS 5 Porsche Unleashed именно на первой Соньке — 7 баллов. Вот. Я даже хотел 6,5 поставить, но семерочка — это потому что вот Япония, она вот полбалла буквально она подняла. Вот. 7 баллов. Если бы я играл в нее в детстве, и была бы ностальгия такая же, например, как по NFS High Stakes, наверное, я бы еще, ну, балл точно накинул. Я прекрасно понимаю тех, кому эта игра нравится, и сейчас они в нее заигрываются, например. И у кого-то она даже и любимая, именно вот эта часть с PS1. Я всех вас, ребят, прекрасно понимаю. Ну и вы меня поймите. Я в детстве, вот она мимо меня прошла. Поэтому я вот сейчас смотрю на нее и просто, ну, сравниваю сравнимое, да? Просто с High Stakes, которая одна из моих любимых частей тоже. Вот, и она практически по всем параметрам, она просто, ну, проигрывает. Плюс мне решение само не очень нравится, то, что тут одни Porsche. Ну, это ладно, бог с ним. Машин действительно здесь все равно много. Автопарк, ну, можно сказать, даже громадный по тем меркам там 2000 года. Вот. За это, конечно, плюсик игре. Ну, в общем, вот такие вот мои впечатления об
игре Need for Speed 5 Porsche Unleashed, версии ее для PS One старушки. Таково вот было наше с вами прохождение ее. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Ну, если не понравилось, можете палец вниз поставить. Комментируйте, оставляйте ваши впечатления. Делитесь своими эмоциями, своими соображениями. Вообще, что вы думаете именно вот об игре NFS 5 Porsche Unleashed для первой Соньки. Интересно будет почитать. Также не обижайтесь, если я на какие-то комментарии ваши не отвечаю. Вы просто поймите, у меня времени нету. Вот сегодня я отдыхаю, поэтому записываю вот эту серию. Даже бывает, если я сижу дома, то тут все равно или кто-то в гости приходит, или ну просто человек, вот с которым я живу, ну, корефан мой, он там пришел с работы, ему надо помыться, ему надо это, а тут я сижу, видосики там пилю. Ну, то есть такие как бы условия совсем не позволяющие заниматься, в общем, записью видео. Вот. Так что не судите строго, прошу. Ну а что же, дальше нас ждет NFS Underground. Радуйтесь, те, кто как бы голосовал за него. Я все помню. Это, конечно, было давно, но все равно у нас с вами в финале было две игры. В финале победил NFS 5, поэтому мы его первым прошли. Все, сейчас на очереди Underground. Вот, поэтому со следующей недели начнем проходить его. Вот, говорю, тестил, в принципе, тянет, все нормально. Ну, там уровень графики я чуть-чуть подберу, но он тоже будет не прям на максимуме, но близко очень к тому. Не будет блюра вот этого раздражающего. Он мне, если честно, никогда не нравился. Вот. Ну и в общем, ждите, все будет. Вот, так вроде я более-менее в ритм вошел. Уж раз в недельку видосы, ну, вроде бы как получается выкладывать. Так что в таком же графике сейчас пока и продолжим. Ну что же, а с вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова об Играх. Ни Слова об Играх. Ну и всем пока-пока. Увидимся в следующем прохождении. Постскриптум, елки-палки, совсем забыл. Я же вам обещал, ну и в общем тут есть еще вот такая фишка, как Final Bonus. И совсем заговорился и забыл про нее. Давайте посмотрим, что же там. Я сам не знаю, что и почему. Заходим. Да, и кстати, сейвалка, вот она, видите, 100%. Все, что мы прошли, все-таки на 100%. Так, ну что же, смотрим, что здесь. Поздравляем, вы собрали все золотые трофеи и завершили режим эволюции. Желаете ли вы забрать свой финальный, последний бонус прямо сейчас? Ну да, окей, давайте. Основываясь на завершении на 100% вашей эволюции, вы получаете... Сколько тут? 1 миллион кредитов финального бонуса. Поздравляем. Понятно. Это деньги. Ну и вот такая вот финальная киношка. Хотя сейчас, ну как бы, миллион кредитов. Не, ну понятно, вот это можно на них там машины какие-то докупить, да. Ну, в общем, когда ты игру прошел на 100%, деньги это уже такое.
не особо и важно. Но я так понимаю, что финальный бонус можно было бы и раньше забрать. И, то есть, например, не делать вот тот перезаезд, который мы с вами делали, чтобы последний GT1 купить. Либо еще раньше я вот колотил эту сумму, чтобы докупить машин дорогих, можно было финальный бонус забрать. Но он, скорее всего, был бы меньше там, потому что тут именно, ну, как бы, как пункт именно был важный, что все золото собрано, и там у нас еще золото не все было, и сумма была бы меньше. Вот, а так по полной, то есть максимальная сумма 1 миллион рублей мы выиграли. Так, ну что, на этом теперь действительно прощаемся. Все, всем пока-пока.